Беларусьбанк вводит ограничения по картам Visa, MasterCard и Union Pay International, выпущенных нерезидентами РБ. Теперь можно снимать не больше 500 рублей в неделю на одну кредитку. Кроме того, увеличился и комиссионный сбор с 2,5% до 15%. А с 4 июля станут менее выгодными переводы из-за границы. В стране проходит единый день безопасности дорожного движения. Особое внимание нарушению правил обгона. Это один из самых опасных и сложных маневров. Он требует не только навыков и опыта, но и предельной внимательности и осторожности. Штраф до 320 рублей. ЦТ по биологии сдают свыше 18 тысяч абитуриентов. Следующее испытание намечено на 26 июня. Выпускники напишут тест по иностранному языку. 28 числа проверят знания по химии, 30 по физике, 2 июля по истории Беларуси, 4 по географии, 6 по всемирной истории. В Беларусь придет тропическая жара. В субботу столбик термометра поднимется до плюс 29. В воскресенье покажет 32 выше нуля. На следующей неделе в прогнозе до плюс 34. В знойную погоду излюбленное место отдыха у воды. Главное выбирать разрешенные пляжи. Также важно не заплывать за буйки, брать с собой головной убор и солнечные очки. И ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. В Бобруйске проходит венок дружбы. На территории Ледового дворца до 20.00 будет работать город мастеров. Здесь свои работы представит свыше 200 ремесленников. Не обойдется без мастер-класса по вытянанке, лозоплетению и резьбы по дереву. В 6 вечера начнется гала-концерт, а в 21.00 на сцену выйдет арт-группа «Белорусы». Спустя час – дискотека, у пульта – диджей Zephyr FM.